Кому война, а кому мать родна? Вот Алексей Валерьевич Журавка, народный депутат Украины предыдущих созывов, каждый день буквально раскрывает глаза своим соотечественникам на то, что происходит на войне, вокруг этой войны. Как тыловые крысы зарабатывают деньги на безутешных вдовах и матерях погибших украинских солдат. Алексей Валерьевич опубликовал документ Службы безопасности Украины, документ Департамент контрразведки, Главное управление военной контрразведки, 5-е управление. Так вот, в этом документе сказано, что в нескольких областях военные комиссары за определенную мзду обещают, рассказывая, что пропавший без вести солдат ВСУ на самом деле не погиб, на самом деле он находится в плену, и за определенную мзду они готовы поспособствовать, чтобы этот солдат попал в список на обмен все на всех. Вот с одного человека $3000 содрали, с других еще сколько-то, и СБУшники, контрразведчики все это дело фиксируют. И это далеко не одно преступление, о котором Журавка рассказывает своим соотечественникам. Сейчас мы с Алексеем Валерьевичем все это будем обсуждать. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Но дело в том, что я бы хотел бы вам сказать, что это не только в двух-трех областях. На самом деле это Херсон, такие случаи есть, Львов, ну назовем так, Западная Украина, Полтава, Киев, Кировоград, Запорожье и другие области. Это документы, когда прочитаешь, ну, во-первых, слезы льются. Во-вторых, в душе все рвется. Просто как это может быть, что люди становятся не человеками, не имеют Бога или не верят в Него? Ну, тяжело это объяснить, понимаете, как для нормального человека. Страшно, когда матеря, мало того, поверили, проголосовали за этого Петра Кровавого, пришли на Майдан, поскакали с кастрюлями, поверили этому Майдану и осознанно отдали своего ребенка на Донбасс, в трупарню, можно сказать, отправляют, в консервацию, в гробы отправляют. Их не находят, это Украина. И эти выродки моральные даже не могут матери правду в глаза сказать, где ребенок еще пытается зарабатывать. Я не понимаю, что они там едят, я не понимаю, чем они там обкалываются, но я вообще в шоке. Какое это обесчеловечивание? Алексей Валерьевич, ну ведь вот факты, которые приводятся в этом документе, сколько таких эпизодов выявлено СБУ? Херсонская область 4 факта, Николаевская 20, Одесская 30, Львовская 18, Житомирская 7 и Днепропетровская 46 эпизодов преступлений, когда уже давно сгнивших украинских солдат пытаются на них заработать военные комиссары и другие вот эти военные чиновники. Но ведь дело в следующем, смотрите, эти же военные, тыловые крысы, они видят, как наживаются миллиардно верхние слои политического населения Украины. И говорят, ну а нам-то что? У нас есть возможность, мы тоже будем грабить это тупое, бессловесное быдло. А украинцы простые, позволяют относиться к себе именно так. Сергей, понимаете, всю жизнь почему-то в Украине, может, я неправильно скажу, не везет, но вот эта вот пословица «моя хата с краю» вот к этому и приводит. Ведь это я еще не все документы опубликовал. Вы просто не представляете, сколько у меня этих документов, которые мне пришли. И огромное спасибо на Украины, которые пытаются помогать мне стучать и бороться за правду. Да? Это я еще не все документы опубликовал. Я еще буду публиковать и публиковать. Вы еще узнаете и увидите, что эти мерзости творят с собственным народом. Алексей Валерьевич, ну давайте все-таки ближе к Донбассу. Вот ребята из подразделения «Призрак» рассказывают о том, что СМСки стали получать от украинской стороны, от тех, кто по ту линию фронта сидит в окопах и блиндажах. И очень интересная вещь говорят эти украинские солдаты. Они говорят, ребят,
Вот если вы пойдете на Киев, вот зуб даем, мы пойдем за вами, мы вас поддержим и не будем противодействовать, то есть пропустим вас. Наступайте, мы вас поддержим. Но почему они сами, во-первых, не идут в наступление, и почему они хотят, чтобы кто-то за них привел все к нормальному знаменателю, ведь они же поспособствовали тому, что там Порошенко, Саакашвили, вся эта мразь в Киеве беснуется. И они хотят сейчас, чтобы те, кто против этого выступал, вместо них и за них сделали грязную работу. А сами они, получается, пойдут в тылу в обозе и будут мародерствовать до самого Киева. Сергей, а чем они занимались? В тылу, не в тылу. Они мародерничали, грабили. Посмотрите, сколько фактов, когда грабят дома, жителей грабят, а потом почтой отправляют домой награбленное. Но я вам хочу сказать, это все им старится и вернется, они за это ответят. Но если эти негодяи пошли на Донбасс убивать мирных жителей, для них никакой тыл не светит. Это военные преступники, их немедленно надо арестовывать и заставлять или наказывать. От дома и то, что они разрушили. Вот и все. Это не люди. Вообще-то солдат создан государством защищать свое государство от внешнего агрессора. И солдат создан оберегать покой и спокойствие собственного народа. А ведь ВСУшники превратились в карательный орган, фашистский, можно сказать. Они выполнили незаконное, неконституционное распоряжение кровавого Порошенко и его подобных уродов моральных расстреливать детей, матерей, отцу Донбасса. Тех расстреливать, которые построили этот Донбасс. Да-да. Да-да. Алексей Валерьевич, слышно меня нормально? Да, слышно. Смотрите, ну вот я на какие моменты обращаю сейчас внимание. Вроде бы на территории Украины не все ладно, проблемы есть определенные, денег на многое и многое не хватает. Но что я вижу? Мэр Киева объявляет о том, что будет построен за бешеную сумму денег, несколько миллионов, десятков миллионов гривен, самый высокий флагшток с самым огромным знаменем. С другой стороны, мы видим, как банды террористов, бандитов ОПГ между собой прилюдно начинают сражаться, там где-то, по-моему, в Голосеевском районе, за право стать подразделением муниципальной киевской милиции. Объясните, пожалуйста, как такое можно, чтобы в столице европейского государства не знали, куда девать деньги, которые на самом деле очень нужны населению, а во-вторых, чтобы бандиты решали на стрелках, кто будет полицейскими? Сергей, дело в том, что если взять историю Великой Отечественной войны и, допустим, Западную Украину, УПА и всякие вот эти каратели, они же не заходили, у них же порядка никогда не было. У них одна вражда, кровь, и просто рубали детей, кишки выпускали. Извините, что так скажу. Вот эта история возвращается назад. Ведь пришли на самом деле маргиналы. И кто покруче, тот и должен выяснить отношения. Вот они между собой грызутся. Ну давайте я стадо баранов поведу и буду каждый день обстригать это. А кто не будет соглашаться и шерсть эту давать, просто будут убивать на месте, калечить будут. Вот что и происходит. Ведь на самом деле все там доказывают, фашизма нету. А он ведь пришел, да, посмотрите, вот там Кацабу обратно побили, да, посмотрите, там в Херсоне каждый день с гранатометами пьяные в доску гранаты бросают, там бьют, там избивают, между собой грызутся. И у нас в Херсоне между собой эти нацики грызутся. Они ни к чему хорошему не приведут. Поэтому это просто-напросто повторение истории. И как бы для меня, как для человека, их надо просто-напросто уничтожить, тогда наступит мир и благодать, как говорится. А второе, вся проблема, что с ними ни к чему хорошему Украина не дойдет,
И как такового европейского государства не существует. Я не понимаю, зачем вы говорите в эфир, что Киев самое европейское государство. Но я не видел, где в Европе за такие бабки делают такой флагшток и говорят, у нас типа кое-что выше, длиннее и чудеснее. Но это маразм. Что касается непосредственно мэра Дауна, он же самый настоящий Даун. Простите, это болезнь. Понятно, это горе, но по отношению к своему народу и по отношению к Киеву, это просто, еще раз повторю, извините, пожалуйста. Алексей Валерьевич, ну смотрите, ведь ситуация медленно ухудшается, и если отбросить внешние факторы, все-таки даже ветеранов АТО на всю Украину удостоверений выдано 350 тысяч. Не все они сошли с ума, не все они спились, скололись и убивают себе подобных. Огромное количество вернулось к мирной жизни, много кто уже наверняка работает или в Польше, или в России на стройках из ветеранов-АТОшников. Давайте признаем это честно. И люди говорят, вот из Украины, Веселовский, ну вот вы, Журавка, и с другими экспертами нам постоянно врете. Мы не замечаем тех резких ухудшений, о которых вы нам рассказываете. Да, где-то, возможно, что-то происходит, но это точечно, локально и устранимо. То есть вот эти лягушки, которых на слабом горячем, так вот, на медленном огне варят, да, они не замечают того, что вот скоро-скоро их сварят, и они ходят по улицам, они не видят головорезов с ножами, с автоматами, бегающими мимо них. И они считают, что все нормально. Ну, да, чуть-чуть ухудшение, но есть же Путин, Путин же во всем виноват, и вот как только не будет России и Путина, сразу все станет хорошо. Даже Саакашвили вчера сделал заявление, они договорились с Порошенко, что главный злодей это Путин, и я так понял, что Саакашвили и Порошенко сейчас решат вопрос, и Михаил Николаевич получит какую-то должность, и все у них будет хорошо. То есть канализировали, локализовали протест, придумали, как бороться с Путиным проклятым, и все будет нормально. Сергей, дело в том, что никто ни о чем не договорился. Это такая вот Саакашвили, это такая вот для непосредственно Порошенко. И я думаю, этот цирк еще будет продолжаться. А если даже и кинут, вот там, допустим, этого Мишку в кабинет министров, премьер-министром сделать, ну, это обратная эскалация. Это обратно к войне идет. И все действия, которые происходят на территории Украины, они все показывают, что рано, чтобы мы там не говорили. Касается непосредственно того, о чем вы сказали, но эти лягушки, определенные гранты, им абсолютно адский фактор, и плевать, что творится с международными отношениями. Есть бабло. Все они прекрасно понимают, что происходит в Украине. Все понимают и видят, куда катятся. Эти шлягушки периодически печатают в средствах массовой входит Украина. Алло, алло. Алексей Валерьевич, сигнал алло. Совсем упал, практически больше половины не слышно. К сожалению, давайте на сегодня прервемся и в следующий раз уже продолжим этот разговор. Всего вам самого доброго, если вы меня вдруг слышите. Но мы видим, что Алексей Валерьевич Журавка совсем уже практически пропал с экрана. Вам спасибо за внимание. Не забудьте, у нас сегодня прямой эфир в 13:00. Приглашаем всех на встречу с Александром Роджерсом и Романом Носиковым. До встречи, пока.